В ночь на вторник российские военнослужащие на авиабазе Хмеймим в сирийской Латакии встретили один из самых древних православных праздников – Крещение Господне. Полевой храм на российской авиабазе, где совершается освящение воды, представляет собой обычную армейскую палатку. Снаружи стоят две импровизированные иордании, под которые были специально оборудованы армейские резервуары для воды. Сегодня мною было совершено таинство крещения 42 военнослужащих, которые стали православными воинами. Они приняли православие по собственному желанию. Все они из разных уголков России, и вера стала тем, что их объединяет, сообщил отец Илия. Под торжественный звон колоколов военнослужащие, офицеры и рядовой состав один за другим окунались в купель.